Здравствуйте, дорогие ребят! И снова у нас урок русской литературы. И его проведу с вами сегодня я, Гуцу Алина Николаевна. Евгений Онегин – первый русский реалистический социально-психологический роман. Причем, что существенно, не прозаический, а роман в стихах. Для Пушкина принципиально важным при создании этого произведения был выбор художественного метода. Не романтического, а реалистического. Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина и Евгения Онегина – произведение новаторское. Поэт ставит задачу изображения социального, бытового и культурного уклада русского общества первой четверти XIX века. Пушкин затрагивает тему образования и воспитания, культурных традиций, семейных отношений и, конечно, любви и дружбы. Перед нами проходят картины жизни представителей разных слоев общества, от столичного высшего света до провинциального дворянства, простого городского люда и зарисовок из жизни крестьян. Александр Сергеевич Пушкин в письме Вяземскому отмечал: «Я теперь пишу не роман, а роман в стихах. Дьявольская разница». Роман Евгения Онегина – роман, в котором отразился целый век, но его новаторство заключается не только в реалистичности. Стихотворная форма текста усиливает лирическое начало, связанное с личностью создателя. Роман Евгения Онегина называют и психологическим, ибо Пушкин подвергает внимательному анализу не только внешние обстоятельства жизни героев, но и их внутренний мир. Роман принято относить к лироэпическим произведениям, в которых сочетаются особенности, присущие эпосу и лирике. В романе есть два художественных мира – мир эпических героев Онегина, Татьяны, Ленского и других персонажей и мир автора, отраженный в лирических отступлениях. Роман, как эпическое произведение, предполагает отстраненность автора от описываемых событий и объективность в их оценке. Итак, тема урока. Александр Сергеевич Пушкин, роман Евгений Онегин. Образ автора, роль лирических отступлений, онегинская строфа. Миг вожделенный настал. Окончен мой труд многолетний, небрежный плод моих забав, бессонниц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет, говорит Александр Сергеевич Пушкин о своем романе. Цели сегодняшнего урока – мы постараемся познакомиться с литературным понятием «лирические отступления» и выявить их роль в романе. На основе проведенных наблюдений постараемся осмыслить образ автора в романе Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Лирические отступления – это композиционно-стилистический прием, заключающийся в отклонении автора от сюжетного повествования и ведении прямой авторской речи. Такое объяснение дает нам словарь литературоведческих терминов. В романе Евгения Онегина лирические отступления составляют значительную часть, почти треть его объема. Лирические отступления в романе создают образ автора, позволяют ему вести своеобразный диалог с читателем. Лирические выступления в романе выполняют многочисленные функции, а именно: обозначают границы романного времени и замещают сюжетное повествование, создают полноту изображения, характерную для энциклопедии, и дают авторский комментарий к событиям. Лирические отступления в романе Евгения Онегина – это внесюжетные вставки. Давайте-ка посмотрим, какие. События, обращения, пейзажи, рассуждения, характеристики, воспоминания, диалоги, авторский взгляд. Поэт выражает свой авторский взгляд на те или иные события по отношению к своим героям. Подчеркивает промежутки прошедшего в ходе повествования. Таким образом, Александр Сергеевич Пушкин незримо присутствует в общей канве повествования. Тематические лирические отступления романа Пушкина Евгения Онегина возможно представить следующим образом. Автобиографические, философские, о русском языке, о литературе, об искусстве, о любви и дружбе, об обществе, о Москве, о романе, о дуэли, о природе. Начнем.
отступление автобиографического характера. Те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея и Цицерона не читал. В те дни в таинственных долинах весной, при криках лебединых, близ вод, сиявших в тишине, являться муза стала мне. Моя студенческая келья вдруг озарилась, муза в ней. Отступление философского характера, о течении жизни, о преемственности поколений, о собственном бессмертии. Увы, на жизненных браздах мгновенной жатвой поколения, по тайной воле провидения, восходят, зреют и падут, другие им во след идут. Так наше ветреное племя растет, волнуется, кипит и к гробу прадедов теснит. Придет, придет и наше время, и наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас. Авторские отступления о дуэли и убийстве. Приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага. Приятно зреть, как он, упрямо склонив бодливые рога, невольно в зеркало глядится и узнавать себя стыдится. Приятнее, если он, друзья, завоет с дуру, это я. Еще приятнее в молчании ему готовить честный гроб и тихо целить в бледный лоб на благородном расстоянии. Но отослать его к отцам едва ли приятно будет вам. Главный герой романа Евгений Онегин скачет на почтовых в деревню дяди и в глубине души готов ухаживать за больным. В это время Пушкин знакомит читателя со своим героем. И строфы, где описывается характер героя, его образ жизни, органично переплетаются с лирическими отступлениями. В первой главе отступления посвящены и театру. Пушкин называет имена, оставшиеся в истории театрального искусства. Он искренне любил театр и восхищался постановками. Эти отступления помогают также подчеркнуть равнодушие Онегина к театральному искусству. С мужчинами со всех сторон раскланялся, потом на сцену в большом рассеянии взглянул, отворотился и зевнул, и молвил: «Всех пора на смену, балеты долго я терпел, но и дедло мне надоел». Следующее отступление в этой главе встречается, когда Онегин отправляется на бал. И пока он находится там, Пушкин с удовольствием описывает блеск и радость дам, вспоминает женщину, которую успел полюбить, море своей мечты. Молодой повеса прибыл в деревню и нашел дядю на погребальном столе. Глава заканчивается лирическими отступлениями о любви Пушкина к деревенской природе, о своем поэтическом творчестве и об отношении к своей новой работе. Онегин протанцевал на балу почти всю ночь и под утро возвращается домой. И пока герой спит в своей постели, Александр Пушкин рассуждает о том, что когда-то дружил с Онегиным, и они собирались отправиться в дальнее путешествие. «Бывало, милые предметы мне снились, и душа моя их образ тайный сохранила, их после муза оживила». Картины природы помогают читателю ощутить настроение автора. Вот наступление осени ознаменовало новый виток событий. И настроение Пушкина так отчетливо передается читателю. Уж реже солнышко блистало, короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась. Ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу. Приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрь уж у двора. Пейзажные зарисовки позволяют наблюдать за хронологией событий в романе. Судьбы героев показаны на фоне меняющихся картин природы. И от этого у читателя создается ощущение проходящего времени. Природа становится живым участником событий, влияет на психологическое состояние героев, дает возможность лучше понять их настроение. Картины природы, кроме всего прочего, позволяют понять, насколько сам автор любил и понимал ее красоту, умел ценить каждый прожитый миг, удивительный и неповторимый. Александр Сергеевич Пушкин сознательно отказывается от некоторых традиционных элементов, таких как вступление с обращением к музе. В конце седьмой главы есть пародия на него. Да, кстати, здесь о том два слова: «Пою приятеля молодого и множество его причуд. Благослови мой долгий труд, о ты, эпическая муза, и верный посох мне вручив,
не дай блуждать мне вкось и вкривь. Он упускает целый ряд событий в жизни своих героев. Например, свадьбу Татьяны и традиционная развязка, которая должна завершить сюжет, отсутствует. Все это Пушкин делает с целью, дабы подчеркнуть правдоподобие рассказанной истории. В реальной жизни нет вступлений, нет эпилогов, какие-то события остаются нам неизвестными, но мы продолжаем жить дальше, как это делает Онегин, Татьяна и другие герои романа после его завершения. Онегинская строфа. Огромную роль в романе сыграла найденная Пушкиным душа, первый элемент органического и живого мира этого произведения. Это Онегинская строфа. С чисто технической, стиховедческой организацией это 14 стихов ямба с канонической обязательной системой рифмовки, 3 четверостишия с перекрестными, парными и опоясывающими рифмами, соответственно, и заключительные двустишие как финал. Смысловая структура Онегинской строфы – это тезис, его развитие, кульминация, концовка передает сам ход движения мысли. Завершенность строф не следует понимать буквально. Если тема требовала от Пушкина продолжения, то он легко переносил рассказ и лирическое размышление в следующую строфу. Но обычно строфические переносы характерны для самых эмоциональных эпизодов. Каждая строфа замкнута и обращена к следующей строфе, которая ее продолжает. Такое построение позволяет автору свободно менять тон повествования, сохраняя собственный голос. В романе есть и пропущенные строфы, отмеченные многоточием или просто цифрами. Многие из них были написаны, но Пушкин не включил их, так как ему была важна недоговоренность повествования. Лирические отступления создают образ автора, тем самым создают и единство романа. Единство романа – это единство автора. Это роман автора, внутри которого заключен роман героев. Об этом говорит Сергей Бочаров. Автор – это создатель, творец произведения литературы, чьи представления о мире и человеке отражаются во всей структуре создаваемого им произведения. Пушкин – автор романа Евгений Онегин. Автор – образ, персонаж, действующее лицо художественного произведения, рассматриваемое в ряду других персонажей. Образ автора в романе Пушкина – Евгений Онегин. И автор-друг, приглашающий читателя к живому диалогу, совместному размышлению, часто даже к спору. Значит ли это, что наш герой-автор – это и есть сам Александр Сергеевич Пушкин? Пушкин только использовал какие-то автобиографические черты – но образ автора не совпадает с реальным автором и является собирательным. С главным героем романа автор себя не сопоставляет. Пушкин намеренно подчеркивает с помощью отступлений автора, что отношение к театру, к женщинам, к природе и к жизни у них разные. Александр Сергеевич не только рассказчик произведения, он его истинный автор, который через персонажи и свое к ним отношение показывает настоящую жизнь. За время написания романа автор взрослеет и приобретает новые взгляды. Начиная работу над романом, он представляется читателю молодым и горячим, а в конце произведения мы видим зрелую личность. Итак, единая система образа автора в романе Пушкина. Мы с вами можем это выразить в виде таблицы. Автор – как любитель театрального искусства, умеющий ценить прекрасное. Автор – патриот, гордится славной историей своей страны. Автор – искренний человек, благодарный своей судьбе. Автор – философ и мыслитель. И автор – наблюдательный человек, тонко чувствующий и любящий природу. Индивидуальное задание. Уважаемые ребята, ознакомьтесь с реальными отзывами на роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» на сайте отзовик.com. Напишите свой комментарий данному произведению. А мы вам говорим до свидания, до новых встреч.